Узнаете? Футболочка, где я вилкой тычу вам в морду. Вот, короче. Меня один подписчик, да, мой фан, попросил сделать ролик. И я его сейчас сделаю. Ну, я, естественно, взял с собой Бутафорию, Капитана Америку. Это моя стандартная Бутафория. Такая вот курочка, макарошки. Вот. Бутафорский стаканчик, в который я, кстати, налью немножко сафтика. Ну, сиропчика. Но только чуть-чуть. Вот. А чем же я сиропчик разбавлю? Чем же я разбавлю сиропчик? Вот такой вот минеральной водой фирмы Лука. Лука, так. Опа. Наливать надо с большого, с высокого расстояния. Так сказать, производим декантацию напитка. Вот, ну мы попробуем. Да, сиропчик чувствуется. Но только чуть-чуть. Вот. Вот. Итак, ролик. Я одел твою футболку, которую ты мне прислал, как ты просил. Я ее не выкинул. Вот, твоя футболка лежала в музее говна все это время. Но, признаюсь честно, иногда я ее все-таки носил. Даже пару раз постирал. Вот. Вот. Короче, ролик по твоей теме. Нам сейчас задали задание. Найти причинно-следственные связи и возможные взаимоотношения между персонажами. Точка. Английская королева и кассир в супермаркете. Написать мини-рассказ, как они между персонажами, английская королева и кассир в супермаркете на Украине. И надо написать, чем связаны и почему они могут встретиться. Вот. И ты думаешь, я бы с легкостью справился с этим заданием. Вообще, конечно. Задание, с одной стороны, очень сложное. Ну как? Кассир в супермаркете, да еще и на Украине, может встретиться с самой английской королевой. Как? Давайте мыслить сначала абстрактно. Если мыслить абстрактно, то очень легко может встретиться кассир в супермаркете с английской королевой. Но это абстрактно. Например, кассир закончил работу, упаковала свою дамскую сумочку помадой и дешевой бижутерией, закрыла свою комнатку и пошла через супермаркет домой. А в супермаркете она нашла английские фунты, 20 фунтов. А на фунтах изображена кто? Правильно. Сама английская королева. Но! Это если мыслить абстрактно, да? А вот с реальной королевой, как могла встретиться кассир в супермаркете, тут уже посложнее. Ну, тут, конечно, посложнее, ребята. Но шанс, конечно, есть. Есть. Есть места, где может встретиться кассир и сама английская королева. Вот. Тут же еще написано, чем связаны и почему они могут встретиться. Ну вот чем связан кассир и английская королева, казалось бы, да? Но вот чем они могут быть связаны? Да еще в супермаркете, да еще на Украине.
Казалось бы, ну ничем. Ну ничем они не могут быть связаны. Херня, казалось бы, безвыходный вариант, да? Вот. Нельзя на эту тему написать сочинение. А ни хрена, чуваки. Можно, можно. Английская королева и кассир в украинском супермаркете могут быть связаны. Короче, вы все знаете, что люди, когда кушают, это очень приятное занятие кушать, то, что я сейчас делаю, да? Люди, когда кушают, их пища попадает в желудок. Вроде в желудок. Я точно не помню. Сука. Аж в голову дала. Вроде в желудок. Попадает пища. Сейчас, подождите. Ой. Вот вкусно. Вкусно. Вот. В желудке она расщепляется, да, там. Что-то там происходит с этой пищей, короче, там расщепляется, переваривается. Поступают витамины нужные, в нужные места. А все, что не нужно, куда это все девается? Правильно. Все ненужное высирается. Наглым образом высирается. Вот. Так вот, я что подумал? Я подумал, что просто кассир в украинском супермаркете и сама шведская королева вдруг захотели посрать в одно и то же время. Вот представляете, вот кассир в украинском супермаркете и королева английская захотели посрать в одно и то же время. Вот. Ну, то, что они захотели посрать в одно и то же время, надеюсь, ни у кого удивления не вызывает. Например, я, может, тоже через 5 минут пойду срать, и кто-то из вас тоже пойдет срать, понимаете? И вы можете сделать даже такую видеоверсию. Я срал в то же время, когда срал величайший блогер говно 007. Представляете, да? Представьте себе. Кто-то срал в то же время, когда я срал. О! Вот. Да, кстати, многие из вас сейчас сидят и думают, как это я могу жрать, да, и рассказывать о сраче, да, о говне. Как это я могу, да? Да элементарно. Меня это нисколько не смущает. Кушать курочку, кушать макарончики и запивать минеральной водичкой, разведенной сафтиком, да? Меня это не смущает. Знаете почему? Сейчас объясню. Потому что вы все из себя корчите таких культурных, да? Вы такие все культурные. У вас у всех чистенькие пяточки. У вас у всех фирменные одеколончики, да? Вы такие мальчики чики-бомбони, да? А я говно. А я говно. Сижу, жру курочку и разговариваю о говне, о туалетах, да, о кассирах и о английских королевах. А на самом деле, вот, да, вот вы думаете, что я такой вот гандон штопанный, да, некультурный. Я вот больше чем уверен, что вы думаете, например, что вот такие люди, как Мадонна, да, или там Брэд Питт, вы, наверное, думаете, они вообще в туалет не ходят, да? Они не ходят на очко посрать, вы думаете. Потому что они культурные, они известные личности, да? На самом деле это все не так. Они ходят точно так же, как вы, в туалет срать. И еще в одно и то же время. Представляете, кто-то срет в одно и то же время, когда срет Брэд Питт. Вот. Ладно, короче, я удалился от темы. Короче,
Английская королева. И кассир из украинского супермаркета могут встретиться только в туалете, когда они пошли посрать. Обе. Вот и вся сказка. Других вариантов им встретиться нету. Нету. Как говорится, у нас когда-то на нашей фирме была большая надпись на туалете. Такой, знаете, плакат, на котором было написано: здесь оправляют свои нужды все, и богатые, и бедные. Так что супермаркет, я думаю, английской королеве, английский туалет не подадут. Она пойдет серить в обычный туалет в обычном украинском супермаркете. Единственное, думаю, его сначала намоют хорошенько, попрыскивают Шанелью, да, охранники проверят, все ли чисто, да, снимали там террористов, вот. А потом запустят королеву срать! Вот! Там они и встретятся с кассиром. Вот. Вот, короче, Сережа, думаю, нормальный рассказик тебе такой, да? Сочинил я. А, вот вкусно. Вкусно. А, так что давай, Сережа. Еще раз спасибо за твою шикарную футболочку, да? Вот. Чао!